Дорогие подписчики нашего канала, самое крутое, вот кроме Роял Каниловского молока, то, что вот у меня сегодня есть. У меня вот мы получили вот такую посылочку от друзей. Вот тут и щенята, и котята. Да. Вот на коробке написано, что можно даже выкармливать кроликов и хомячков. Вот. Да, вот здесь вот таких вот два пакетика по 200 грамм. Здесь вот такая вот бутылочка обалденная, сосочка. Делается все очень легко и просто. Заливается вот температура такая, чтобы горячая, ну не совсем кипяток, в эту пасочку. Добавляется одна мерная ложечка вот такая вот в смеси. Вот. Вот сюда взбалтывается и кормится. Сейчас я сделаю. Вот мы налили водичку по мерочке, которая нанесенная на этой бутылочке. Вот так вот ложится ложечка смеси без верха пасочку. Вот. Закрывается крышечкой и можете кормить своего маленького хомячка. Только сначала попробуйте тыльной стороной ладони, чтобы оно не было сильно горячее. Тут немножко смесь горячая. Мы сейчас ее... Вот. Вот такое вот детское питание для выкармливания маленьких либо хомячков, либо щенят, либо котят. Огромная благодарность моим друзьям, что у нас есть такая возможность выкармливать подброшенных маленьких котят и хомячат, которых мы спасли. Вот. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик. Только интересные видео. Спасибо, что вы меня смотрите. Вот еще раз. Вот смесь, кстати, зажимается легко. Вот. И вот такая вот смесь. Как видите, тут очень все легко, понятно, доступно рассказано. С вами был канал Cat Family.